День добрый, день добрый. Всем привет, друзья. И сегодня я спешу с вами поделиться хорошей новостью, поделиться с вами хорошим настроением. Дело в том, что сегодня я получила СМС и получила электронное письмо с новостью, что мне пришла позитивная децизия. Мой внесок, да, мое заявление на подставы на вид на жительство рассмотрен позитивно. У-ху! Да, сегодня такая чудесная новость. Просто вау. Внесок рассмотрен позитивно, позитивная децизия. Я еще не могу поверить. Так что ровно через год от сегодняшнего дня я могу уже подавать на гражданство. Но об этом потом. Сейчас я делюсь с вами хорошей новостью. Карту мне забирать, пластик мне надо будет забирать аж 4 апреля. Поэтому еще 2 месяца я буду без пластика, но уже с позитивным решением. Внесок рассмотрели мой раньше, чем ожидалось, если честно. Если помните, я подавала в середине сентября, и вот конец февраля, и уже есть решение по моему заявлению. Еще кое-какие документы я хочу к ним подослать, но об этом я буду рассказывать позже. Конечно же, когда у меня уже будет пластик, я расскажу вам все от А до Я. Что к чему, какие документы я еще хочу сейчас подослать, не знаю, выйдет или нет. Как сам пластик, сколько стоит денег, чтобы забрать пластик, какая процедура. Об этом, о всем будет отдельный ролик. Поэтому не забудь подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. И увидимся уже в следующих роликах, но ролик о побытии сталым будет уже в апреле. Бай! Пока-пока! Честь!